Вот вы выходите этот, и ветром хлопнула дверь. Вот это сделали. Это что было? Как вы думаете? Именно это и была эмоция. Или вы идете по улице, и вдруг вам навстречу идет знакомый человек, которого вы давно не видели. И вы такие... Вот это была эмоция. Вот что такое эмоция. Это очень простая реакция, которая навигирует вас, дает вам ориентиры в рамках вот того мира, который дан вам в ощущениях. И здесь вы принимаете решение. Вы будете убегать, понимаете, нападать, защищать. Там, да. И дальше только третий уровень – переживание или чувство. Да? Чувство уже как формулировка.